В условиях современного, быстрого мини-футбола с большим количеством единоборств по всей площадке огромное значение приобретает взаимодействие бригады арбитров. Решения должны приниматься вне зависимости от того, в чьей зоне ответственности находится мяч. В этом видео собраны примеры удачных и неудачных взаимодействий судей. Афанасьев сейчас говорит Бужору: первый-то судья ничего не заметил, почему вы свистите, товарищ судья?